тачку на все бабки. Вот вам, держите за лям. Да ладно. У нас сегодня Passat в кузове седан стоимостью 1 000 000 тенге. Хозяин Вовка. Здравствуйте. Привет, Вова, спортсмен. Да. Вова, расскажи по тачке. В общем, по машине сделана вся техническая часть сделана, то есть машина исправна, ничего не надо делать, просто садитесь и ездите. Oh my. Вова, техник-механик, он разбирается в автомобилях, перебирает двигатели на раз. Конкретно, это его первый автомобиль, хочет теперь обновиться, добавить себе, взять Мерса, да? Да, все правильно. По этому автомобилю, она каждый день у него на ходу, заводилась в любой мороз. Да. По тачке еще, давай там глянем. В общем, у нас есть, смотри, какой люк. Ништяк. Потолок все перетягивалось. А потолок ты сам перетягивал, да? Да, сам перетягивал. Ну слушай, хорошее цветовое решение потолка. Мне нравится. Чем плюс большой? Машина очень теплая. Это просто охуенно. Да, машина теплая. Печку делал, да? Печка заменена, новая стоит. Печку поменял. Смотрите, обшивочка черная, новая. Внутри освежил Вова по тачке. В общем, довольно интересно. Секунда. A few moments later. Объем двигателя 1.8. По городу где-то 12 литров. По трассе, ну, литров 10 вот так. Сиденье, да, все родное. Обшивки, все родное. Машина 88 года. Старенькая машина, да. Но под днищу она все хорошая, она не гнилая, то есть. Торг будет? Торг имеется. Все, самое главное. В общем, тачка за лям. Рубрика. Ну что? На ход ноги само то. Будем смотреть. Люк клеился. Ну все, Вова, я оставлю твои контакты. Че, все, все хорошо. Да? Хорошо. Все, тогда спасибо большое. Давай, давай, Вовчик. Все, спасибо. Все. Ага. Скажи полностью, как машина называется? Машина Volkswagen Passat B3. Кто зависит, да?